Угадайте, угадайте с трех раз, где Володя находится, где? Володя, скажи, где ты? Озеро Белое. Офигенное. Большое-большое. Да, ну что, я вам скажу. Сидим мы на этом озере, таскаем вот такую мелочевку. Не понял, ты что, это мясорога, нифига. Мясорога. Что, таких же сов будем ставить? Смотри. А что делать-то? Давай на всякий случай бросим в банку. Зачем? Сразу придет, сразу. И тащишь. Ну вот такую вот уже можно и на этот самый. Такую уху на этот, на жирный сов. Где у тебя это? Вот моя первая щучка на этом озере. Как оно называется? Синяя? Желтая? Ну, какого-то цвета, да? Ну, не черная, блин. А, белая. Вообще, прозрачная. Отпускаю тебя. Лови, кошки, не лови. Ух ты! Продолжаем наш репортаж. Закидываем поппер. Мы на белом. Я на посохе стою. Слово водочки плывет. Только что у меня ушла щечка около КГ. Но я как-то даже не расстроился. Вообще замечательно. Озеро такое спортивное. Офигеть. Всем привет! Продолжаем снимать наш фильм. Маленькие. Вот, такие мешочки, мешочки. Ловко решил поменять воблера. Хотя мы поняли так, что на этом озере ловится на любую снасть. Главное ей попасть. Пасть. Музыкальная школа. У нас Вова в таком, рэпер. Сегодня рэпер модный в этом самом, в такой этой. Сева. Да. Ну-ка, сбасай что-нибудь-то. А, у нас бумбастик, да, бумбастик. Вот самая топ. Погода ставить жерлицу. Больше здесь делать нечего. Оп. Промахнулось. Да заколебало уже. Ловко что-нибудь поймать. О, да небольшая. Блин. Небольшая у тебя, блядь. Пацак, говорю, возьми. Так пацак-то надо еще достать. Так достань. Так ты не ругайся. Возьми, такая кёшечка. Давай. Она у тебя забагрилась. Эх ты, какая она. Опс. Хорошенькая такая. Она уже снялась с крюка. Ну, никого не было. Вообще там какая-то коряга как раз. И куда она не денется? А? Живой. Ну живой. Ну что? Работай, Вася. Опять она пришла. Вот нафига. Пью. Дорогу знает. Опять было, да? Маленькая какая-то.
заканчивается наш день на этом озере. Какая-то хмурь, ветер поднялся, не знаю, над нами вроде бы тучи нету, но ветер есть, дует. А зачем ты столик собираешь? Сейчас просто лодку. Так мы ее перевернем. А зачем? Смысл? Это будет зачем? А, ну потом перевернем. Она сухая будет. Хорошо, ну ладно. Меня Вова везет. Он еще и курит, гад. Да-да-да.